Здравствуйте, уважаемые трейдеры, клиенты компании A-Markets. Из данного видео вы узнаете, как сделать перевод средств между своими счетами и для чего необходима история операций в личном кабинете. Если вы собираетесь сделать перевод между своими счетами, необходимо войти в личный кабинет. Затем выбрать раздел «Ввод-вывод», «Внутренний перевод». После чего необходимо выбрать, с какого счета и на какой счет вы планируете перевести сумму, а также сам размер переводимых средств. В завершении необходимо нажать кнопку «Осуществить перевод». В этом же разделе «Ввод-вывод» находится раздел «История операций», где вы можете отслеживать статус обработки заявок на вывод и формировать отчет за нужный промежуток времени, а также ознакомиться с вашей детализацией баланса. Надеемся, данное видео было вам полезно. Всего доброго!